что такое? Я дверь закрою. Что с тобой? Короче, друзья, сегодня, как вы видите, у нас будет сам Пецкий. Я думаю, что всем хорошенечко он зайдет, потому что, ребята, давно я не выпускал такого рода ролики, так как я был немножечко занят. А точнее, мы снимали то реальную жизнь, а именно неделю реальной жизни. И, кстати, скоро будет, наверное, если вы наберете 5000, и еще одна такая же, вот. То другие рубрики, и как-то до сампа вообще рука не доходила, и тут я еще решил, в общем-то, сменить свой скин, потому что несколько игроков мне жаловались о том, что какой-то мудлан, переодевшись под меня, купив такой же скин, поменяв никнейм на похожий, и просто просил у всех прохожих, представляясь мною, бабки. Я тут подумал, типа, ах ты ж мудло конченое, да, давай мы, наверное, тебе немножечко твой заработок-то остановим и поставим нам офигеннейший скинчик, вот такой вот. Вот шлюхенцы, как вы видите, мулаточки с огромными бидонами и, конечно же, отвратительным поведением. Вот. Короче, ребята, сегодня я, как всегда, с Серегой поздороваюсь. Всем привет. Сегодня будет жарко, чисто потому, что, друзья, мы уже как-то пытались записать такого рода подобный ролик, но, к сожалению, из-за моей криворукости и просто невдалости, в смысле нету, я на третьей больнице. Ну, там, где пески. А, это ЛВ, ё-моё, ещё приеду. А ты куда приехал? Ну, короче, едь, пока буду еще вещать. Вот, ребят, короче, пытались мы, получается, вчера записать еще такой же вот сампецкий, только из-за моей криворукости я, к сожалению, неправильно нажал все эти кнопочки для записи и остановочки. Короче, нихера мы не записали, вот. Купили мы, получается, домик, и, если честно, если мы сейчас вот введем вот эту вот команду, сетхон, ты говорил, да, говоришь, или как там? По-моему, сетспаун. А, сетспаун, вот, друзья. То, ведя на дом, у меня его нету. Просто, ребята, нету моего дома. Короче, друзья, напишите в комментариях, который это уже по счету мой просранный дом. Это, получается, был новый после тех вот записей. Поэтому, ребята, блин, я, конечно же, почитаю. И кто подгадает, тот, в принципе, сможет, не знаю, купить наш следующий дом, который я также просру уже в скором будущем. Потому что, ребята, пацаны, я, как всегда, забываю оплачивать. 4 или 5, запоминайте. Да. Я, как всегда, оплачиваю их, точнее, забываю оплачивать, или же оплачиваю, а потом опять забываю оплачивать, и поэтому я их просираю. Ну что, ты где, далеко? Да, сейчас вот на остановке стоит, еще минута осталась. О, что за тёлка, сейчас запикаплю. Привет, тёлочка. Здорово, мужик, а как дела? Нормально, да? Фу ты, фу, трансформер. Блин, короче, друзья, в общем-то, хотелось бы сказать то, что... Поставил специально проститутку, чтобы радовать вас, ваши глаза. Кстати, а что ты сделал со своим внешностью? В смысле? Это, хуй отрезал, и получилось так, что я стал тёлкой. Смотри, получается, смотри, у неё спина мокрая. Или что, или это татуха? Ты посмотри только на неё. Вспотел, что ли? Ну, не знаю, ну, кстати, вот такие нормальные так стрингачи, ребята. Конечно, за это не заблокируют, поэтому не надо писать в комментариях. Фу-фу-фу-фу-фу, заблочит. Нет, ребята, чисто для вас, чисто для наших офигенных пацанчиков. Смотрите, наслаждайтесь такой вот офигенной тёлочкой. Ну, а мы тем временем начинаем искать нам новенький домик. Да, и теперь я надеюсь, этот мудло, который там с наших подписчиков деньги тряс, больше не будет этим заниматься. Вот. Потому что ставить такой вот скин только я могу. Все. Батя только да, я. Да стой, а можешь выйти на секундочку из машины? Нет, конечно, нахера. Я хочу кое-что посмотреть. Что ты хочешь посмотреть? Как я буду вылетать и какая будет у меня нет, это? Нет, нет, остановись и выйди. Ну и что, ты типа сейчас уедешь? Нет, я же не могу, смотри, стой. Я хочу посмотреть кое-что. Какая сучника. Ой, ребята, ой, тут ракурс хороший поймал, сейчас камера видно. 22 секунды, погнали. Я сейчас думаю, типа, блин, фу, какие-то, я не знаю, нормально. Меня не выкинуло. А меня кикнуло, заездил на спаун. Ну ты, конечно, я же знал, что такая тема работает. Ну что ты творишь, блин, ей-богу. Я забыл. Короче, пока будет Серега перезаходить, хотелось бы вам сообщить о том, что, ребята, те, кто сейчас играет в Сампецкий, кстати, сколько у нас сейчас человек? 110 человек, получается, поздний вечер, поэтому, ребята, вот так вот мало онлайна. Вот, то, короче, если вы еще играете в Сампецкий, и если вы еще не забыли наш офигенный сервер под ником, точнее, под названием Люкс Ролеплей, первый сервер Катар, по-моему, если не ошибаюсь, да? Или как он там правильно называется? Короче, первый сервер, друзья. Ссылка и ID будет в описании. Можете заходить спокойно и получать за это бабло, потому что я проверил промокодик, который получается, друзья, я выпрашивал администратора еще очень и очень давно, и он реально работает. Вот посмотрите, вы вводите в VMN просто по 12-м ником, точнее этим пунктом промокод, и здесь просто вводите вот такой офигеннейший промокодик, который вводится вот специально вот под таким символом. Потом идет Димк Федоров, я думаю, не ошибитесь, он также будет в описании. И здесь вы получите 100
500 тысяч на свой аккаунт. Я не могу его активировать, потому что я его уже активировал, проверил, все работает, все замечательно. Короче, ребята, пользуйтесь и просто получайте за это офигенное количество денег, которые не валяются на пустом месте. Хочешь веселую историю расскажу? Давай. Короче, играли с другом на другом сервере. Там, когда залазишь на машину, типа нет этих багов. И он взял на крышу, залез, стрип начал танцевать, мы поехали по городу развлекаться. Серьезно? Да. Блин, подожди. А какой там анимка, анимка на стрип... Блин, у меня же, получается, слетит эта машина, я не могу этого сделать. Я просто тоже думал такую тему промутить. Короче, чуть позже мы это сделаем. Так, давай, короче, какой-нибудь домик сейчас выберем, да, чисто такой на первое время. Ну что, в любом случае, я его просру, как обычно, ребята. Я дома меняю, как, блин, не знаю, вы трусы по ночам, по утрам. Вот, какие-то свободные. Вот, подожди, получается, здесь свободные места, да. Так, это все занято, братан, это все занято. О! Это в смысле, вот зеленый. Во! Домик сколько он стоит? 500? Нормально, ребята. Короче, смотрите, получается, купили домик вот именно в этом месте. Где-то, я не знаю, где-то здесь, короче. Вот, ну, вот тут, короче. Вот сюда приедете в следующий раз. Местность, вот, в принципе, вот такая вот, да? Это что за пацан? Да, я себе тоже купил. Братан, привет. Стой, чекай, смотри, хочешь? Че? Я думал, он даже не догадывается, что я еще трансвестит, ёпта. И теперь я, короче, могу его просто запикапить или же просто ему хер отрезать. Это транс. В смысле транс? Ты офигел? Какой транс? Я тёлка. Че ты пишешь такое, блин, наши дети смотрят. Короче, ребята, я не знаю, что он сейчас поведется, не поведется. Любит играть с кисками. Куда он меня повез? Ботаните на меня. Эй, стой! Мою тёлку! Меня похитили, ёпта, ребята, меня сейчас походу будет носить. Я еду. У меня сервер закрылся. Походу игра сама знает, что с трансвеститами дела иметь плохо, и поэтому, короче, педиков она здесь не плодит. Поэтому, ребята, блин, сейчас перезайдем быстренько и продолжим. Так, пацаны, короче, все, мы вышли, как бы. А где тут чувак? Он же тут, по идее, был, ты говорил. Или он уже уехал? Серго! Да? Он уехал. В смысле? Он, короче, подъехал, получается, пацаны, говорил, где киска, куда ты киску дел. Походу, он реально меня хотел это, того, чпокнуть. Он даже не догадался, что я трансвестит. Вот. Так, ребят, короче, что мы еще хотели вам показать? Это то, что у нас идет на розыгрыш уже в следующем видосе вот эта вот замечательная BMW i8. Посмотрите только на нее, это же просто шик. На нее можно просто фапать без остановки. Потому что, ребята, реально, вот она еще и придача ко всему. CarPass, сейчас покажу вам CarPass. Какой у меня ID, не помнишь? Скажи, пожалуйста. 24. Смотрите, она полностью в максимальном тюнинге. Посмотрите, максимальная скорость 107, а с тюнингом 182. Слушай. Мы ее специально прокачали на предыдущей серии, да. Слушай, а тут пацан не по РП играл. Почему? А типа, смотри, он сказал, что трансвестит. Откуда он знал твое имя? По РП он твоего имени не знает. У тебя же над головой не светится имя в жизни. Нет, конечно. Ну ладно, вот. Короче, какая разница. Вот козел. Да. Короче, ребята, в общем-то, смотрите, получается, мы эту тачку специально протюнили в предыдущей серии, когда записывали, хотели чисто для наших подписчиков отдать протюненную по максимуму i8, но, к сожалению, не записалось, и теперь мы сегодня хотели бы показать вам потенциал этого просто офигительного автомобиля. Прыгай ко мне в машину, сладкий мой. Что ты делаешь? Смотри, опа! А как так-то? Подожди, я тоже хочу. Блин, ты машину взорвал. Она не взорвется рядом со мной? Беги! Она сейчас взорвется и мою взорвет. Отъезжаю. О, господи, я почти был под ударом. Блин, капец, ребята, сейчас бы, короче, у меня обгорели бы сиськи, блин, я не знаю, он это обгорело бы, и вы бы наблюдали просто непристойные виды вот этого скина, да. Короче, смотрите, сейчас, получается, мы находим офигеннейшее местечко, просто включаем на всю азотик и взлетаем в космос на ура, потому что машина реально этого может. И мы сегодня это вам продемонстрируем, да, братан? Тихо. Вау! Фак! Кстати, надо в магаз заехать, слышишь? В магаз надо будет заехать, купить, во-первых, аптечку, хотя аптечку мы, наверное, там не купим. Но купить, как минимум, это вишня уже дымится. Где тут магаз поблизости? Не знаю. Где-то справа, по-моему, есть. Да? Ребят, ну она сейчас просто взорвется, поэтому нет смысла вам разгонять ее дальше. Поэтому надо сейчас, короче, в магаз. Купить для вас офигеннейший наборчик, чтобы... Ну, не для вас, а, конечно, для машины, чисто чтобы чинить ее потом. Вот. А что не срабатывает тюнинг? Подожди, он же срабатывал тот раз, мы же тогда улетали. Где ты говоришь, справа? Где-то вот здесь должен быть магазин. Где-то левее, да, где-то там должен быть.
А ну-ка, если по карте посмотреть, точно сказать мне. А вот заправка 24/7, вот справа. Вижу, вижу. Пошли, говоришь, тоже, ну купи таких вот наборчиков, чтобы если что, вдруг сам тоже починить мог. Все, погнали. Так, ребята, короче, сейчас специально покупаем офигительно. Ну, нифига, 100 баксов даже содрали. Вот охранили совсем уже. Так, это какой-то набор. Набор. Аптечка даже есть. Нихера себе. Аптечка еще раз. А еще раз. О! Отлично. Так, а теперь если мы, короче, купим еще. А че, подожди, что это еще покупать? Не знаю, я отвертку какую-то купил. Отвертку? Так отвертка это сломать, получается, и открыть машину. Так я буду сломать твою машину. Да ладно. Ребят, ну это херня какая-то, она же не сработает, да? Починить нужно чисто какой-то другой фигней. Блин, да ладно, мы же не починим ее сейчас. Да куда всё, ты погнал? Давай, пока. Да куда ты погнал? Погнали, короче, починим ее и попробуем, короче, все-таки разорвать ее. На куски, в клочья. И... Че? Что сейчас было? Я сюда хочу сесть. Вези меня, моя королева. Мой раб, моя рабыня. Да, ребята, у меня появилась рабыня на сервере. Это что, воду спихнул? Вы сейчас, короче... Ой. Как там называется команда? Может, у меня есть все-таки... Repair car. Repair. Ну, ты писец просто. Вы не можете использовать эту команду... А, почему? Подожди, Repair, говоришь? Может, я неправильно что-то ввожу? Да. Repair car. О! О! Ребята, я, короче, из жопы своей достал какие-то непонятные инструменты, там, бампера, всякие стекла, и мы смогли... О, хана. Меня же выкинули, да? Нет, слава богу. Вот, и мы смогли починить эту машину. Короче, ребята, чё? Это, наверное, слишком какой-то взрослый будет видосик, потому что мы тут и БДСМ используем, мы рабыни и всякая херня. Шок поэтому, ребята, будете смотреть, то в следующий раз просто, я не знаю, включайте что ли в наушниках, если вас, в принципе, мамка не поругает, и это, ну, как вы понимаете, не накажет потом. Так, где взлететь можно, братан? Мне нужно взлететь на чем-то. Братан, Серега, раб мой! Ауе! Ты охренеть прямо! А потом прямо куда? По этой дороге. Да не взлетает твою мать. Прямо. А что она не взлетает? Она должна была вон, сейчас взлететь. Вон трамплин спереди был. Ну. Fuck me. Ну не me, а как бы просто... И не fuck, а просто как бы... Fuck you. No. Bitches. No, I don't. Сколько у меня этих наборов, я не понимаю. Стой, дай я разгон возьму, я знаю, как прыгнуть хорошо, пожалуйста. А ну-ка. Давай, раб мой. Делай пошла работу грязную за меня. Отъедь, пожалуйста, я хочу сесть. Ты заколебал меня сбивать, ты что, охренел что ли? Ты сейчас без еды останешься, в наручниках будешь сидеть целыми днями. Все, погнали дальше. Погнали, разгоняйся. Гони. О, включай нитро, азот включай. А что не срабатывает тюнинг? Погнали, я сказал. Я в салон насрал. Газу или пи... Ну. Да ну что ты делаешь, блин, ну что ты, я не знаю. Пошел! Ты заколебал опять тоже врезаться? Что ты делаешь? Взлетай! О! Вы видели этот тюнинг, да, ребята? Короче, еще могу сказать. В общем-то, бэха, она вкачана на полную. Короче, что-то не срабатывает у нас тюнинг. Может, еще раз попробуем, а, братан? То как-то не айсово. Или же найдем сейчас другое место, где мы можем также взлететь. Короче, ребята, бэха, как вы видите, она втюнена по полной. В общем-то, разгоняется, будь здорова, обгоняет абсолютно всех. На нее все девки просто, я не знаю, там фапают по полной. Вот. Поэтому можете спокойно ее забирать уже на следующей сходочке. Прямо у нас. Что ты сделал? Что ты вот сделал, а? Я прилетел в гости к другу. Васек, открывай. У меня нету больше ремкомплекта. Короче, все, ребята. Мы погнали, короче, дружка Серегиного это ублажать. Вот. Спасибо огромнейшее за просмотр. Приходите на следующую сходочку. Вся информация будет в ВКонтакте у меня на страничке. Короче, просто заходите там за буквально день-два. Может, я это все расскажу. Покажу, куда что и как. В общем-то, придете, поиграем вместе. Вот. Если есть какие-то проблемы по запуску или же просто по установке этого сампа, то я думаю, что ссылочка на... Нифига, что ты делаешь? Воу. А ты можешь то же самое сейчас получать? Смотри, прыгаешь. Смотри назад. Где-то. Братан, иди туда, короче, сейчас тебе такую фишку придумаю. Смотри, делай, короче, кувырок, а прикасайся меня, делай. Короче, ребята, все, на этом уж точно все. Тут просто какая-то дичь пошла уже между нами. Приходите на следующую сходочку, вся информация будет в описании. Какая-то помощь тоже будет все в описании. Давай. Сделай мне.
Все, ребята, также подписывайтесь на канал, не забывайте ставить колокольчики и приходить завтра на новый ролик в 14:00. Всем пока. Всем пока.